Привет! Сегодня готовим потрясающе вкусный шоколадно-банановый пирог. Нежный, мягкий, ароматный, сочный, неприторно-сладкий, понравится всем. Нам нужна мука 180 грамм, 100 грамм шоколада, сливочное масло 100 грамм, 2 яйца, пол чайной ложки соли, чайная ложка разрыхлителя, 2 спелых банана, 60 грамм сахара, сливки 60 миллилитров. Дальше проще некуда, справится даже ребенок. В чашу блендера или миксера кладем все, кроме бананов и шоколада. К муке добавляем мягкое сливочное масло, сахар, у меня ксилит, сливки, можно не очень жирные, от 15%, разрыхлитель, соль и разбиваем 2 яйца. Чуть размешали и с помощью миксера или комбайна замешиваем тесто. Нам просто нужна однородная консистенция. Можно все хорошо перемешать и руками. Дальше добавляем произвольно измельченный шоколад и порезанный банан, тоже произвольно. Перемешали и выкладываем в форму с пергаментом. Сверху я положу еще банан. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Ароматный, аппетитный пирог готов. Конечно, он вкусный как теплый, так и холодный. Украшать его совершенно не обязательно. Я растопила 100 грамм шоколада в микроволновке импульсами по 10-15 секунд. И посыплю еще орешками. Можно положить свежие или сушеные ягоды. Дети предложили украсить печеньем. К этому пирогу очень хорошо подойдет шарик мороженого или чашечка ароматного кофе. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, берегите себя и своих близких и давайте готовить вместе. До встречи!